давайте немножечко снова вспомним то эмоциональное состояние, которым вы наделили эту карту. По этим картам психологи не предсказывают будущее, вполне реально работают над проблемами насущными. В центре внимания вопросы воспитания детей. Они, кстати, возникают не только у молодых родителей. Как бороться с агрессивностью у ребенка, приучить к ответственности и отвлечь от гаджетов. Эти и другие подобные проблемы помогают решить опытные психологи при педагогическом университете. Сейчас вопросы дистанционного образования, когда родители очень переживают, что не знают, как вести себя с ребенком, чтобы он не снизил свои темпы обучения, чтобы все было хорошо и чтобы он не разучился общаться с реальными людьми. Проект «Семья. Планета детства» действует не только при ВУЗе, но и при школах и интернатах в разных районах края. В общей сложности порядка 40 психологов провели уже больше 20 тысяч консультаций, как реальных, так и онлайн. Специалисты говорят, в вопросах искажения воспитания нередко кроются другие проблемы. Здесь, конечно, еще затрагиваются отношения супружеские, ведь на самом деле семья состоит не из одного человека, да, и не из одного ребенка, поэтому начинаются какие-то моменты понимания и всплывать вопросы относительно не только я как родитель, да, я как мать, я как отец, но и я как супруг. Если, например, у родителя часто возникают проблемы, когда нагрузки большие, когда вот несколько детей в семье, да, и каждому нужно уделить внимание, и работающие родители, естественно, то обращаются по поводу эмоционального выгорания, по поводу различных нервных срывов, что я уже не могу с ними справляться. В центре напоминает, участие в проекте не разовое, то есть специалисты готовы в ходе долгих консультаций довести родителей до окончательного устранения проблемы. Записаться на консультации можно на сайте ЛГПУ или по месту жительства. Анара Шагирова, Вадим Быстревский. День с толком.